Родственники из одного из пропавших в Жамбылской области пытаются организовать поиски самостоятельно. 25-летний Адильбек Адилет, пожарный, его вызвали на работу сразу после того, как началось возгорание в воинской части. После этого он не выходил на связь. Его близких сейчас не впускают в закрытую зону, и они решили начать поиски своими силами. Его вот сына, эти друзья, вот собрали сейчас. Лошадей собрали, повезли туда, хотя там якобы рядом в каком-то поселке нашелся один-то боец, тоже контуженный. Вы сейчас хотите в этот поселок, да, поехать? Ну да, мы хотим своими силами что-то сделать.